Брат мне скинул песню, он сейчас в Украине, и я хочу послушать ее вместе с вами. Когда я вяжу, я обычно что-то слушаю, или смотрю фильм, или смотрю какую-то лекцию, или, в общем, выбираю, что слушать и смотреть. Сегодня предлагаю вам со мной послушать эту песню, которая стала номером один на Евровидении. Обычно в одной песне, которую я слушаю, мне нравятся какие-то фразы из этой песни. В этой песне мне очень нравятся следующие строки. Они больше всего, знаете, вот слушаешь иногда песню, и какая-то одна бывает строка касается больше всего твоего сердца. И вот в этой песне мне больше всего нравятся такие строки. Вот это первая, Джере Джере Ло, пробував собі шлях. И вторая строка это Але знай, в твоїй руці твоє власне щастя. Давайте слушать, и дальше прокомментирую еще пару строк, которые мне очень нравятся. Очень классный голос, мне очень нравится, когда она поет вот это. Вот это мне очень нравится. Не повяжешь особо. Хочется подвигаться. О, я не знаю, понимаете ли вы, что она поет, но я первый раз слушала, когда вот она читала вот этот рэп. Очень глубокий смысл, заложенный в эту песню. Особенно вот я слышу «Знову не така, то на тум'яка, одяг на кисках». Ну, такое отношение, знаешь, ты постоянно не такая, будь такой, как ты должна быть. И далее вот она поет этот рэп, и мне нравятся здесь строки «И хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду не полікоть або палець». І следующі строки, які мені подобаються, «І хай буде дуже страшно і темно, і часом нелегко, та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки». І я не можу так швидко читати, як вона, як ця дівчинка, вона супер круто читає. «На своїх плечах, чи молодніча, не зазволюча, ліба ча, що то варіє. Знову не така, то на то м'яка, одяг на кістках, голяка, чи то пілінець. Де твоє дитя, що твоє життя, та роки ж летять, і затям скоро вже кінець. І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоть, а попались. І хай хтось ковав за посмішкою ненависті задість, але ти пускає все це ні в добра любові замість. Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, діти не стишлях, саме тому я не дарено. І хай буде дуже старше темно, і часом нелегко, та з тобою завжди буде з неба слідувати предки. Самий мама Тереса, діва Марія, я не знаю, как вам, а мне очень понравилась эта песня. И только она может быть номером один. Но мне очень понравилась их подача, вот это как они поют. Я рада, что мой брат прислал мне эту песню и сказал, что это классная песня, я его полностью поддерживаю.
Я вам говорила, что мне понравилась эта фраза из песни. Знову не така, то на том яка, одяг на кисках. Вот это вот. Постоянно. Я в детстве слышала, что я какая-то не такая. То я была слишком худая, то я слишком высокая. То я слишком умная, ты слишком умная. Ты слишком много задаешь вопросов. Что ты такая почемучка? Что тебе надо все знать. Ну, вот такое вот такое отношение. Если бы у меня, например, была горловина лодочкой, то вы бы увидели мои кости. Смотрите, какие у меня кости. Вот такую вижу одежду из кидмахера, альпаки, шерсти. Теплую, качественную. И ношу ее на своих костях по сей день. В общем, вот такая, какая я есть. Вот такая я есть. Я буду дальше снимать видео разные на канале. Будьте такими, какими вы есть. Ну, в общем, друзья, я хотела просто поддержать эту песню. Мне она понравилась. Поддержать хочу также вас, чтобы вы не унывали. Поддержать саму себя. Подписывайтесь на канал и увидимся. Кстати, на немецком эта песня огонь. Внизу под видео ссылочка на немецкий вариант.